Британский премьер Тереза Мэй уверена, что предложенное ею соглашение по Брекситу максимально защищает интересы народа. Но этот план вызвал раскол не только среди членов ее кабинета министров, но и среди жителей страны. «Я думаю, Тереза Мэй хорошо справилась со своей задачей. Она проявила смелость. Кто-то говорит, давайте вернемся, посмотрим на все с самого начала, потому что Мэй предложила неудачное соглашение. Но это не ее вина, она просто делает то, за что проголосовали люди. Я не согласна с Брекситом, больше ничего не могу сказать. Я думаю, нужно провести народное голосование. Мне не нравится это соглашение в принципе. Я не думаю, что все должно было до этого дойти. Нужно было разработать план на случай непредвиденных обстоятельств. В день голосования кто-то должен был отправиться в Европу и сказать: «Смотрите, мы собираемся уходить. Что вы можете нам дать?» Может быть, тогда Евросоюз пошел бы нам навстречу и предложил бы что-то лучшее. Другие страны ЕС обсудят предложенное Терезой Мэй соглашение в конце ноября на специальном саммите. Ранее глава Евросовета Дональд Туск не раз говорил, что Брексит – это проигрыш для всех сторон.